Итак, рассказываю. Я собрал прошивку iNow для серии F4. Ну, точнее, для платки STM32 F4 Discovery. Все сенсоры находятся на мультивишке. Они все подключены по I2C. Здесь перемычка стоит. Это reset микроконтроллера. То есть он выключен. А все датчики, то есть это MPU 6050 Gira, с акселерометром, магнитометр и барометр, подключенные по I2C к микроконтроллеру STM32 F4 F407. Вот. На нем я собрал свою собственную прошивку iNav. Смотрим. iNav конфигуратор. Ну, собственно, тут должно быть еще 6 выходов под движки, 6 под сервы, полноценный вход, но то на самом деле все не важно, тут все конфигурируется, все очень-очень сложно, не так как в мультивишке. В общем, я просто хотел показать возможность, ну, короче, того, что все работает. И это, собственно, все сегодня за ночь. Как-то так, вот, циферки, гироскоп, акселерометр, магнитометр, барометр. Все находится здесь. Работает все здесь. Кстати, интересно, что будет, если снять перемычку, и сейчас будет два мастера. Интересно, собьются ли показания. Смотрим. 3, 2, 1. Ой, стоп. 3, 2, 1. Да, что-то ему не нравится. Поставим-ка мы ее обратно. Тут все окей. Продолжаем. Та-дам-та-дамс. Вот.